А, вот здесь как-то мы ночевали, кемпинг. Здесь забавный кемпинг, можно спуститься вниз и прямо к морю. Да, 300 рублей за палаточку. Сразу за джубгой. Лермонтова. Хорошее место Лермонтова. Я в детстве здесь с отцом на мотоцикле отдыхал. На Яве. Здесь есть палаточный городок, кемпинг. Мы здесь останавливались как-то, но здесь какая проблема? Здесь все отлично, туалет, душ. Но чтобы спуститься к морю, надо по лестнице спуститься, потому что это гора вниз, а потом вверх. Но зато дно очень живописное, оно все в водорослях, рыбки и такое небезжизненное песчаное дно. Можно с масочкой поплавать. Вот, и тоже, по-моему, 300-350 рублей за палатку в сутки вместе с мотоциклом. Сбой связи. Попробуйте еще раз.